Карельская строительная компания «ВЕК» отметила 75-летний юбилей. В 1948 году был образован строительно-монтажный поезд номер 138 – передвижное производственное подразделение для строительных работ вблизи железнодорожных магистралей. Именно он стал предшественником предприятия. После Великой Отечественной войны оно восстанавливало разрушенную Карелию, а облик столицы республики, каким мы его знаем, во многом сформировали именно его проекты. Визитная карточка города, железнодорожный вокзал и округлые дома на площади Гагарина возведены веком. Компания строит спортивные, культурные, административные и образовательные учреждения. Одно из них – школа в поселке Деревянка. В новом учебном году сюда придут учиться 200 детей. Работа над этой школой олицетворяет подход компании к своему ремеслу. Объект сдадут в срок, если не раньше. В проект школы руководители ВЕКа вносили собственные предложения, чтобы сделать ее комфортнее, ярче и удобнее. Например, учителям предложили самим выбрать цвет для стен своего класса. Каждый кабинет будет уникальным. Надежность, качество и богатый опыт – это главные качества компании, отметил ее руководитель Евгений Воскобойников. Юбилей ВЕКа отметили в музыкальном театре Карелии. Среди приглашенных – сотрудники компании, первые лица республики. Ну не может наша жизнь быть без строительства. В этом, по сути дела, ну, наверное, и смысл жизни. Мы же всю жизнь что-то строим, да? Украшаем, преображаем. Поэтому, дорогие друзья, низкий вам поклон от всех жителей республики. Это абсолютно искренне говорю, это наш общий праздник. Наш общий праздник, потому что это все то, что вокруг нас. Лучших работников компании глава Карелии отметил республиканскими наградами, званиями заслуженного работника Карелии и почетными грамотами.